Суд признал 32-летнего жителя Евпатории виновным в убийстве начальника сакского МЧС. В августе прошлого года между преступником и сотрудником чрезвычайного ведомства произошел конфликт. Последний пытался урегулировать ситуацию, однако в ходе словесной перепалки неожиданно получил удар ножом в предплечье. Агрессор после нанесения раны скрылся с места происшествия. Потерпевший пытался спастись до последнего. На своем автомобиле он намеревался добраться до ближайшего медучреждения. Однако умер от потери крови через несколько минут после нападения. Суд счел достаточной для обвинительного приговора доказательную базу, представленную следствием. Ранее мужчина был судим 8 раз за различные преступления. На этот раз он отправится в колонию строгого режима на 10 лет.